Программа «Мой подъезд», в ходе которой планируется отремонтировать подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 года. В реализации программы гражданам дана возможность принимать непосредственное участие. Они сами определяют перечень подъездов, нуждающихся в ремонте, участвуют в выборе цветовой гаммы для покраски стен в подъезде, а также в приемке и подписании акта выполненных работ. Жители принимают самостоятельное решение об объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта. Глава Ленинского района лично обошел многие из уже отремонтированных подъездов. Олег Хромов старается работать в тесном контакте как с жителями, так и с подрядной организацией. Вы оттираете после покраски? Ну как же, надо же все сделать красиво. Вас устраивает качество? Нормально. В ходе посещения главой подъезда выявляются и некоторые нестыковки. В этом подъезде, к примеру, обещали поставить пластиковые окна. Не поставили. Мы говорим гражданке о том, что в 2017 году, то есть даем призрачную надежду на то, что они появятся. Она живет абсолютно спокойно, с уверенностью, что зиму она встретит с новыми окнами. А мы теперь вот вопрос. А вы говорите, что мы даже и не включали их. Подобным несоответствием Олег Хромов уделяет особое внимание и требует разобраться, но положительных отзывов по ремонту все же больше. Я имею такое поручение от губернатора проводить встречу не просто с жителями, а приглашать в обязательном порядке как заказчика, так и подрядчика. И вот когда мы с подрядчиком до принятия работ и подписания соответствующих актов обходим территорию, будь то подъезд или дворовая территория, мы понимаем, что можно еще доделать. И вот сегодня в ходе такого вот осмотра родилось несколько замечаний, которые будут устранены. Запланированный ремонт подъезда в районе будет проводиться в течение всего лета, и к началу отопительного сезона можно будет подвести общие итоги.